будем обсуждать, что такое доказательство неравенств при помощи математической индукции. Что это такое, ребят? Рассуждение по индукции состоит из базы, то есть вы должны проверить доказываемое утверждение для какого-нибудь маленького числа, и из индукционного перехода. То есть вы должны доказать, что если неравенство верно для какого-то числа, то оно верно и для следующего. Обычно база – это просто конкретная проверка. Ну, просто, что называется, подставили, там, проверили. Ну и разумеется, кстати, если база не верна, то уже делать больше ничего не надо. То есть мы просто проверили утверждение задачи и все. Ну давайте посмотрим. Скажем, для этого неравенства разумно для какого натурального числа n проверить это. Какого натурального числа вы хотите это доказывать? Я думал, прямо с единицы чего? Итак, база n равно единице. Здесь будет что у нас? Просто единица. А здесь у нас будет что? Два корня из единицы. Два корня из единицы — это проще говоря, два. Единица меньше двух. Это правда или нет? Значит, база совершенно очевидна. Теперь вопрос. Что такое в этом случае индукционный переход? Да. А это вот что такое. Предполагая, что утверждение верно для числа n, вы должны суметь доказать, что оно же верно для n плюс 1. Давайте я это аккуратно объясню. Итак, предположим, что вот это утверждение для какого-то конкретного числа n мы доказали. И займемся тем же самым для n плюс 1. Поскольку мы сейчас только начинаем с индукции, то я давайте аккуратно напишу. 1 разделить на корень из 3, плюс и так далее, плюс 1 разделить на корень из n меньше, чем 2 корня из n. Доказать то же самое, только когда слагаем их на одно больше. Неверно. Раньше на правой части
На два стало вот это. Увеличилась она, изменилась она, вот насколько. Господа, посмотрите внимательно, пожалуйста. Еще раз. Вот как себе представлять, левая часть, правая часть. Было два числа. Левое число было меньше правого. Согласны, да? Вот это число меньше этого. Отлично. Вы на немножко увеличили вот эту. Согласны? Вот на такую величину увеличили эту. В каком случае вы точно гарантируете, что все будет хорошо? Итак, была точка, была другая точка. То есть вот это было меньше, то есть левее. Если вы знаете, что это сдвинулось направо сильнее, чем это. Согласны? Еще раз. Было два автомобиля. Один из них был левее другого. Этот автомобиль сдвинулся, этот сдвинулся. В каком случае мы можем гарантировать, что они по-прежнему остались? В случае, если вот сдвиг правого больше, чем сдвиг левого. Согласны? Больше не равно. Вот, замечательно. Значит, достаточно доказать. То есть, если это не так, то придется что-то придумать другое. Но если это будет так, то мы все сделаем. Достаточно доказать, что вот эта штука, два корня из n плюс 1 минус два корня из n, больше или равна, чем 1 делить на корень из n плюс 1. Ребята, а это уже не сложно доказать. Это уже опять работа с корнями. Пожалуйста, это сделайте и проверьте. Так или не так? Это опять на вашу любимую сегодняшнюю форму. Она у нас сегодня уже была. Ее надо просто... давайте пишемся. Ее надо правильно написать, все получится. Так, все понимают эту вещь? У нас есть, насколько изменилась правая часть, есть насколько изменилась левая часть. Вот надо доказать, что правая часть увеличилась сильнее, ну или, по крайней мере, не менее сильно, чем левая. Тогда все будет хорошо. Вы можете это сделать, честное слово. Разность корней вы же умели записывать. Или вы разучились уже? Корень из n плюс 1 минус корень из n. Как записывается? Как единица делить на сумму корень из n плюс 1 плюс корень из n. Правильно? Все, больше кроме этого ничего не надо. Кто не побоится выйти и там написать прям так. Разность корней из n плюс 1 и из n. Это в точности единица, деленная на сумму корней. То есть ничем, кроме определения квадратного корня, перечитайте предыдущие формулы, все же было. Специально выписывал это там. А, b умножить на a минус b, это a квадрат минус b квадрат. Корень из x минус корень из y умножить на корень из x плюс корень из y. Это разность x минус y. Кроме этого ничего. Все знают, сколько человек живет на Кубани. Сколько? Есть такая замечательная страна на Кубани. 100 тысяч – это маловато. По-честному, знаете, это что есть? Лёву. Да. 2 миллиона ответ не верит. Живет там 10 миллионов человек. Отлично. Вопрос номер два. Есть великий, возможно, есть совершенно великий, действительно великий город Лиссабон. Очень красивый, очень замечательный. Сколько народа, что? Ну, у нас много где, но в том числе и там. Сколько народа живет в Лиссабоне? 1 800 000. Вот, вы отвечаете, как, что называется, русский человек, который искренне считает, что уж если жить, то, конечно, в столице. Ребята, живет там 500 тысяч человек. Внимание, из 10 миллионов ругательств 500 тысяч живет в Лиссабоне. И вовсе не потому, что они там ставят автоматчиков, и никто не пускает проехать там. Из порта, из салона, и что наоборот, потому что удобно жить
не в центре города. И, между прочим, там есть города, в Лиссабоне это не так, в Лиссабоне центр вполне себе серьезный и хороший, а вот, скажем, Коимбра, это тоже не маленький город, так там центр города абсолютно заброшен по сравнению с остальным. То есть, все замечательно, чудесно. Приходишь в центр города, и вдруг видишь, там половина домов пуста. Я был совершенно в шоке. Почему? А португальцы отвечают. А зачем? Жить в центре хуже, тут шумнее. Мы живем достаточно на каком-то расстоянии. Вот, господа, попытка засунуть всю Россию в этот город кончится неудачей. Честное слово. Например, потому что в тот момент, когда вся Россия окончательно закуклится, выяснится, что ей совсем нечего. Да? Вот вообще-то большой город, он нужен, чтобы создавать культуру при прилегающей стране, да? Чтобы чему-то хорошему, да, вот, замечательно. А если все приехали в один город, то что мы там, я придумал? Мы будем охранять друг друга. Мы будем друг от друга охранять друг друга. Вот. Это совсем не весело, на самом деле. Это совсем не весело. Достаточно сказать, что в маленьком-маленьком городе Эвро, который вы, скорее всего, не слышали, есть университет. Достаточно сказать, что великий город Флоренция – это 250 тысяч человек. В Москве это назвали бы какой-то там депрессивный. Ну, представьте себе, что флорентийские вот эти вот красоты вдруг достались России. Представьте себе, что Венеция вдруг стоит в Москве в качестве одного из районов. Ребята, мы ее сразу объявим депрессивным гнилым районом. Это что такое? Это вода почти что под ней. Мы туда пошлем сразу бригаду сантехника с приказом раздолбать все это и ровно слоем кирпичи разложить по каналам. И создадим там такую воду. Представьте себе, если бы реально в Москве оказались бы храмы Флоренции или каналы Венеции. Через несколько дней мы бы там, во-первых, пришли бы с отбойными молотками и раздолбались, а во-вторых, объявили бы, что никакие люди здесь жить не могут, это вообще жутко, это все устарело, и так далее, и так далее, и так далее. Это же вопрос отношений. Это вопрос отношений. Чего вам хочется? Там, наверное, вчера я был в шоке, когда в интернете увидел, что Останкино обнесли колючей проволокой. Да. Останкинский телецентр весь по периметру обнесли колючей проволокой. То есть у нас теперь, я же не верю, фотографии есть. Заметьте, от журналиста уж более низко расположены в нашем обществе. Нет, а люди, что называется, да? Вот, и тем не менее, Останкинский телецентр, так сказать, заметьте, это, конечно, мера психологического воздействия. Это просто мера объяснить журналистам их место. Что вот вы пришли и попробуйте там вякнуть какое-нибудь слово, и вас отсюда прямо увезут в другое место, тоже отнесем лекарющую проволоку, в третье, и так далее. До Сибири и дальше. Понимаете, это такая мера психологического действия журналистов. Но ведь это же сработало. Это же сработало. Они же там. Вот это же фантастика. Вообще мне художник Владимир Иванович Манин объяснял, что чем отличались сталинские годы от того, что пошло после них. Тем, что в сталинские годы было чудовищное количество заборов. Забор, еще забор. Он просто по возрасту такой, что он видел смерть Сталина и последующее вот это вот освобождение людей из русской земли и так далее. В Москве это воспринималось, ну, не
теми, кого не путей сопровождали, теми, кто сейчас еще острее занимался, а вот им, счастливым студентам, воспринималось это как то, что вдруг быстро-быстро на улице стали исчезать заборы. То есть при Сталине вся Москва была в таких, что называется, заборах, за которыми ничего не видно. Вот, и вдруг, убирали эти самые заборы. Между прочим, ваши устроители тоже предстоит увидеть. Потому что вы вдруг увидите, как вот эти вот охранники, которые заполонили всю вашу жизнь, как вдруг они исчезнут. Вот это вот, да, вот эти вот миллионы охранников, надсмотрщиков, вдруг куда-то рассосутся. Вы достаточно молодые, я не знаю, что я надеюсь, что все заживут, очень надеюсь. Вот. Но тем не менее, в вашей жизни это точно произойдет, когда вдруг, да, ну не может вся страна все время себя охранять. Потому что Россия же ничего не делает, кроме того, что надсматривает друг на друга. Есть охранники, есть надзирающие за охранниками, есть начальники, надзирающие за начальниками, надзирающие за охранниками. И нет, в принципе, никакого производства, никакой науки, ничего, вообще ничего нет, да? Совсем ничего. Вот, в какой-то момент страна, если хочет кушать, должна будет начать что-то делать. А в этот момент, естественно, нужно будет убрать охранников. То есть пока они есть, делать ничего нет. Так, ну ладно, это слово пришлось. Так, работаем. Корень из n плюс 1 минус корень из n, сегодня формула уже была. Кто ее напишет? Корень из n плюс 1 минус корень из n, это что? Да. Единица делить на корень из n плюс 1 плюс корень из n. Вперед! Абсолютно правильно говорите. Вы абсолютно правы. Дело в том, что когда перемножаешь разные... Нет, зачем? Ты должны решать. Умножаешь разность картинной суммы, конечно, получается разность подкоренных выражений, то есть единица. Все замечательно. Так вот, вы что должны сейчас делать? Вы должны воспользоваться вот этой... Нет, сходу. Вы должны воспользоваться вот этой формулой вот здесь. Зачем вы носите? Надо просто взять два разделить на это. Здесь же у вас удвоенная разность, правильно? Значит, пишите. Два разделить на сумму этих корней. У вас должно быть больше, меньше, 2 нормально напишите. И как будет g, цифру 2? 2. А все равно g получилось. То есть рассказываю, у двойки другая структура, чем у g. Она пишется не так, как большая g-шка, она пишется как двойка. Итак, и плюс он должен быть плюс. Давайте вам расскажу. Тут у меня сын на большинстве классе решил вручить математический анализ. Замечательно. Есть такой сайт coursera.org. Он там нашел курс по математическому анализу. Отлично. Зашел туда, стал слушать. Слушает. И потом говорит, папа, какой ты там преподаватель интеллигент. Все время какие-то рожи порчи. Все время как-то слушатели козлами баранами называют, ну, в общем, какие-то нехорошие мысли про слушателей говорят. Я ему говорю, сынок, ничего страшного. Это же по интернету, чтобы говорят, для тебя он все равно не разнится, все эти ругательства выпускают, все эти его там завлекательные. Что работает? Что, вы не умеете с тормями работать? Вы не знаете, когда одна тройка больше другой? Надо привести в общем знаменателю. Общая знаменатель – это произведение вот их. Значит, пишем там 2 умножить на корень, да, прямо сидишь, точно. Можно знаменатель сразу отбросить. 2 умножить на вот этот корень больше или равно, чем 1 умножить на этот корень. Пишите. Так, вот. Значит, в общем, я ему объяснил, что это все ерунда, что называется, обращай внимание на математику. Хорошо. Обращай внимание на математику. Идем. И вдруг в какой-то момент он мне говорит. Папа. А он пишет плохо. У него там знак равенства очень похож на знак деления. У него там единичка и двойка не сильно отличаются. Ну и так далее. Чего, сынок, ты же у нас догадаешься? Отвечаю я. Ну да, догадаюсь. Дальше идет. И я ему говорю, слушай, давайте послушаем вместе со мной, что там происходит. Да, слушаю. Я обнаружил, что в курсе математического анализа, который записал вполне себе приличный университет и выложил на эту самую курсеру, ребята,
Во-первых, часть доказательств просто отсутствует. Но это еще ладно. А грустно, что те, которые есть, они просто не верны. То есть формулы, которые он пишет, они верны. Но из-за того, что он искренне считает слушателей идиотами, он очень часто просто-напросто делает вещи, которые ему просто, ну, просто нельзя делать. Да? То есть, которые противоречат смыслу. Вот. И тут я вот ужасную вещь. Как ни странно, на Курсере мне не удалось найти разумного курса по математике. Казалось бы, разнообразных там учебных курсов много, но конкретно по математике, ребят, очень рекомендую. Сурдин, я, кстати, выкладывал страничку, на самом деле. Сурдин, гениальные совершенно лекции про астрономию прочитал, записал, очень вам рекомендую. И Ригородский записал, ну, мягко скажем, похуже качество, в том смысле, что они достаточно тяжелые для вас. Похуже, в смысле, именно для вас. Они хорошие, лекции они хорошие, просто достаточно умные. Но, тем не менее, вы умные. В общем, Ригородский, комбинаторика, теория графов. Попытайтесь, может быть, кому-то из вас понравится. Сурдин, безусловно, любой из вас поймет. Он рассказывал там все очень понятно. Ригородский, может быть, будет трудновато. Но, тем не менее, что вы делаете? Зачем вам этот знаменатель? Нет, написали, написали. Важно другое, что он здесь один и тот же. Поэтому, да, важно числитель, давайте отдельно перепишем. Два корня из n плюс 1 больше или равно, чем корень из n плюс 1 плюс корень из n. Как вы считаете, это правда или неправда? Больше или равно, чем корень из n плюс 1 плюс корень из n. Да. Надо из обеих частей вычесть корень из n плюс 1. И что у нас останется? Слева останется просто корень из n плюс 1, а справа останется корень из n. Пишем. Пишем. Все, что написано на доске, должно быть у вас в тетради. Корень из n плюс 1 больше или равно, чем корень из n. Это правда или нет? Это, конечно, правда. Спасибо большое. Так вот, ребят, правая задача решается строго так же. Вам проверили или нет? Как выглядит база для вот этого неравенства? Кто пойдет, напишет базу. База это что такое? Когда за n ставим число. Что? Когда за n ставим число. Да, ну какое? В данном случае какое? Наименьшее. Ну наименьшее. Один, конечно. Может кто-то выйти и написать мне стоит единицу? Можете? Что там можно не смочь? Подставить единицу вместо n. Надо подставить единицу вместо числа n. Давайте. Итак, аплодисменты. Идет подставлять единицу вместо n. Сколько будет слагаемых в левой части, если вообще их n штук? А n одно единица. Одно. То есть во что же превратится левая часть, когда n равно единице? В единицу пишем. Единица. Не-не, единица. Отлично. Во что превратится правая часть? Надо вот сюда, вот, вместо этого стоит единица, что она будет? Так больше надо переписать, правда? Пишем все. Ну, Лёна, что тут все, правда? Два корня. Из чего? Да-да-да, вот это учили. Один плюс один, сколько? Два, спасибо. Минус один. Отлично. Давайте теперь пойдем, так это или нет. Надо скобки раскрыть. Два в корне двух минус два. Правда? Пиши. Два в корне двух минус
дальше. Минус двойку надо перенести налево. Что у нас будет? 3, молодец, больше, чем 2 в корне из 2. Так, дайте, пожалуйста, чтобы все выделили. Как проще всего доказать неравенство? Что тройка больше, чем 2 в корне из 2. Почему 3 больше, чем 2 в корне из 2? Ребята, самое простое в обе части вознести в квадрат. Вы знаете, сколько будет 3 умножить на 3? 9. Вот и пишите. А сколько будет 2 корня из 2 умножить на 2 корня из 2? 4. 2 на 2, 4, это что верно? А корень из 2 на корень из 2? 2. 2. А 4 на 2? 8. 8. 8. Вот и пишите. Умеете сравнивать 9 и 8? Нет. 9 больше 8. Спасибо. Это нет, почему? Вы сделали половину работы. Вы сейчас доказали, что базу. Теперь, заметьте, надо взять вот этот текст и превратить его в доказательство индукционного перехода для вот этого неравенства. Для этого, вот это вот видите, надо взять там знак меньше, заменить на больше, а вместо 2 в корне из n написать вот это. Давайте, давайте. Подгоняем тот текст под то, что нам нужно. Работаем все. Вам в правильном заниматься не советую. Вам быстрее написать заново. Да, да, да. 2 корня из n плюс 1. Да. Из n, да, плюс 1. Да. Ой-ой-ой, нет. Вот это вот, это очень неприятная вещь. Во-первых, здесь лучше раскрыть сразу. А во-вторых, вот это очень важно. Когда вы пишете знак корня, принципиально важно, где он кончится. Из чего берется корень? Из всего, что дальше, или все-таки не все? Вот, нет, здесь важно. Из n плюс 1 мы его берем. Да? А вот дальше не минус единица, а минус 2. Понятно или нет? А здесь вот дальше у вас будет написано 2 корня из числа n плюс 2 минус 2. Вот. А вот дальше, давайте говорим. Левая часть увеличилась на... Настолько, да, это осталось верно. Правая часть, а вот правая часть увеличилась настолько. Это надо разбираться. Так, давайте вот эти вычисления, я на всякий случай посмотрю. Лучше вы экзамен напишите, да? Вот. И вот это я посмотрю, вы это тоже лучше заново напишите. Вот, и вот это. И вот теперь все правильно напишите, и у вас получится решение. Еще раз, насколько изменилась правая часть? Тетрадь ни при чем. У вас есть, смотрите. Неужели вы не понимаете, что вот эта минус двойка, она не изменилась абсолютно? Мелк есть, вот. Минус двойка не изменилась. Насколько вот это число больше, чем это? Надо прямо писать это минус это, правильно? Вот туда пишите. Правая на. После на. Правая на. Нет ли на n? На равность вот этих выражений. 2 корня из 2, да, минус корня. Два числа. У вас есть вот это число и вот это число. Вас спрашивают, насколько произошло увеличение. Разумеется, насколько. Отлично. Теперь надо доказать, что. Там у нас есть строчка такая. Вы пытаетесь заполнить доказательство на доске. И здесь строчка такая. Достаточно доказать, что? Что достаточно доказать? Достаточно доказать, что единица. Да. Увеличение. Неверно. Неверно. Смотрите, вы на самом деле перепутали такую вещь. У вас здесь было больше? У вас здесь правильно написано больше, а вот здесь у вас ошибка. Не важно. Ребята, потрясающая пуговица, я пришел. Когда вы делаете какую-то
работу, вы отвечаете за всю эту работу, а не за конкретную курицу. Итак, у вас вот эта часть, да? Итак, достаточно доказать, вот теперь вы правы, что увеличение вот этой штуки больше, чем вот это вот увеличение. Два корня, пожалуйста, все переписываем. Из n плюс 2 минус 2 корня из n плюс 1. Для тех, кто сюда сейчас пришел первый раз, что в шоке для того, что здесь тяжело. Ребята, на малом формате есть кучки, гораздо легче. Например, у меня кружок с 12, я должен быть в 10, по много раз легче, чем это. Например, у меня по воскресеньям есть совсем простые кружки. У Ильи Борисовны пройденные есть довольно простые. Пожалуйста, кто чувствует, что ему здесь трудно, это не потому, что вы глупые, а потому что вы просто, что называется, пришли не на свой уровень, не на свой возраст и так далее. Не надо пытаться перепрыгивать через этапы. Если вы там только начинаете, то надо идти на начальный уровень, и все тогда будет хорошо. Итак, еще не понял. Это вы на двойку поделили, да? Имеете право. Да. Корень из n плюс 1. В этой строчке можно написать равно. И там ваша любимая формула. Что такое разность корней? Из n плюс 2 и из n плюс 1. Это сегодня выведение звучит. Да, это n плюс 2 минус n минус 1. Да. Это мы так всегда пишем единицу. А в знаменателе? А в знаменателе сумма корней. Отлично. И теперь единица делить на сумму корней. Не буква L, а единица. Единица какой-то. Нос никак упротивно единица. Ага. Как идеально единица. Единица делить на корень из n плюс 2 плюс корень из n плюс 1. Опять, надо понять, как записывается это неравенство при маленьких числах. Кстати, вот есть интересная вещь. Оно не всегда будет верно. Оно только начиная с какого-то числа n. Итак, во что оно превращается, когда n равно единице? Да? Во что это неравенство превращается, когда n равно единице? Тут будет одно слагаемое, это 1 вторая. 1 вторая больше, чем 3 пятых. Ребята, это просто неправда. Так, когда n равно двойке, это будет такая штука. 1 треть плюс 1 четверть больше, чем 3 пятых. Но как бы это быстро сообразить? А давайте мы все умножим на 60. Тогда здесь будет 20 плюс 15 больше, чем 36. Ребята, а это тоже неправда. Хорошо. Подставляем дальше. 1/4, 1/5 и 1/6 больше, чем 3/5. Так, я уже начинаю переживать. Давайте я опять умножу на 60. Так, 12, 12 и 10. Больше, чем 36. Так, 12, 15 и 10 – это 37. Господа, вот она база. Вот она база. N равняется 3. Оказывается, неравенство, которое мы хотим доказать, нельзя доказать при любом N. При единице и при двойке это просто неверно. А для тройки, отлично, я проверил базу. Для тройки я проверил действительно все хорошо. А вот теперь надо понять, что происходит с левой частью этого неравенства при изменении числа n на единицу. Когда n увеличивается на единицу, что происходит с левой частью в
и в результате увеличивается это выражение или уменьшается. Было бы здорово, если бы это выражение увеличивалось. Можно вопрос? А вот да. Перед m деленное на 2m, что стоит? Ну, после какого слагаемого происходит то, что n деленное на 2? Нет, еще раз. У нас в левой части сумма n слагаемых. 1n плюс 1, 1n плюс 2 и так далее, и так далее. Вплоть до единицы, деленной на n плюс n. Надо доказать, что сумма этих чисел, если n не меньше, чем тройка, обязательно больше, чем 3/5. Работает. Я понял, что надо сделать. К сожалению, у вас проблема с тем, что вы еще не очень привыкли к вот этим вот рассмотрениям произвольных выражений с произвольным числом n и так далее. Ребята, давайте сделаем так. Я сейчас попрошу кого-нибудь из вас написать вот это выражение для нескольких натуральных чисел n. Обратите внимание, для чисел 1, 2, 3 я уже все написал. От вас требуется написать, что будет здесь, когда n равняется 4, 5, 6 и 7. Я думаю, этого вполне хватит. В той же строке постараться написать. Первая тройка будет какая? Конечно. Плюс. Пишем все. Пока вы это не прочувствуете, бессмысленно пытаться доказывать. Вы хотя бы должны понимать, с каким выражением имеете дело. 1/6, 1/7 и, наконец, 1/8. Очень хорошо. Так, спасибо, садитесь. Кто напишет для n равного 5? Это уже будет сумма 5 при изучении любого предмета. Надо добиваться абсолютной ясности. Никогда не надо жалеть усилия на проработку вот таких вот простейших деталей. Если вы не понимаете, с каким объектом имеете дело, то учение уже все бесполезно. Вы должны понимать, о чем вообще разговор. Разумеется, вы правы. Дроби, начиная с 1/7, пишем. И заканчивая. Вы написали это для конкретного числа 7.
А вот сейчас, пожалуйста, напишите в общем виде. Вот смотрите, была такая штука, вот там вот слева напишите. Слева напишите, что вы будете. Была одна n плюс первая плюс одна n плюс вторая и так далее, плюс единица, деленная на 2n. Согласны? Пиши, пиши. Единица вот. Это выражение. Да. Это выражение при каком-то n выглядит вот так. Да. Мы его просто переписываем. А теперь соображаем, что с ним призм. Да, да, пишите уже. Многоточие, да. Плюс единица, деленная на 2n. Повторяю вопрос. Что происходит при переходе к следующей строчке? Вот представьте себе, для n равных 6 у вас есть вот такая строчка. Как представить себе строчку для n равных 7? С чего она начнется? Вот этой дроби не будет, правда? То есть вы должны начинать не с этой дроби. Пиши, одна n плюс вторая. Пишем все. Одна n плюс вторая. Дальше пойдет все как было. Пойдет, пойдет, пойдет. Вплоть до единицы делить на 2n, правда? Пишем. И дальше что-то добавится. А что добавится? Добавится две дроби. Какие? Как их записать? Да. Единица, деленная на 2n плюс 1, вы правы. И единица, деленная на 2n плюс 1. Абсолютно верно. Вот. Обратите внимание, какой... Да, все правильно написать. Какой эффект? Вот это исчезло, а вот это возникло. Правильно? Что вы должны проверить, чтобы убедиться, что выражение увеличивается? Вы должны проверить, что то, что добавилось, больше, чем то, что убрали. Согласны? Пишем это неравенство. То, что добавилось, и переписываем 1, 2, n плюс 1, плюс 1, 2, n плюс 2. Переписываем. Вот это добавить две дроби. Надо доказать, что больше чего? Плюс один. Отлично. Вот интересный вопрос. Сможете вы это объяснить или нет? Так, давайте я напишу конкретно эти неравенства. Напишу их вот здесь, смотрите. Вот здесь вот, например. Исчезла 1/5, а добавились 1/9 и 1/10. И вы должны проверить, что 1/5 у вас меньше. Да? Здесь исчезла 1/6. Надо доказать, что это меньше, чем 1/11 плюс 1/12. Здесь исчезла 1/7. Надо доказать, что это меньше, чем 1/13 плюс 1/14. Поймите, почему это так, почему это, если честно, очевидно. 1/7 больше, чем 1/12, это не 12. Нет. Так, все хорошо. 1/7 исчезла. 1/13 и 1/14 возникли. Нет, все в порядке. Я мог, конечно, ошибиться, но здесь я не ошибся, все нормально. Кто объяснит это неравенство? Вот это. Да вы чего? Да. 1/12 больше, чем 1/14. Конечно. А это почему? 1/11 больше, чем 1/12. А это? 1/9 больше, чем 1/10. А это? Как записать вот эту дробь, чтобы она походила на что-нибудь? Это две какие? Нет. В знаменателе 2n плюс 2. Есть такое правило. Если числитель и знаменатель умножаешь на двойку, то дробь не меняется. А теперь посмотрите внимательно и поймите, что это очевидно. Пишем все. 1/2n плюс 1 плюс 1/2n плюс 2. Не-не-не, посмотрите куда. Вы объясните нам, почему это очевидно. 1/2n плюс 1 плюс 1/2n плюс 2 больше, чем 2/2n плюс 2. Вот чем.
Как можно упростить это неравенство? Так что оно станет совсем простым. Да. Из обеих частей убрать одну, двух, n плюс вторую. И что останется слева? Пиши, 1 делить на 2n плюс 1. А что останется справа? Ну, знак неравенства не изменится, естественно. Нет, извини. Было больше, значит, знак неравенства должен остаться больше. Да, больше чего? Да. Нет. Мы вычитаем. Вот у нас есть 2 2n плюс 2. А тут 1 2n плюс 2. Здесь 2 яблока, здесь 1 яблоко. Мы выбрасываем по 1 яблоку. Что остается? 1 2n плюс 2, правильно? Пишем. Знаменатель 2n, да? 2n плюс 2. А теперь вопрос. Правда, что 1 2n плюс 1 больше, чем 1 2n плюс 2? Да. Просто потому, что 2n плюс 1 меньше, чем 2n плюс 2. Согласны? Спасибо. Ну, ребят, значит, пусть медленно, но процесс у нас вполне с вами идет. Процесс у нас с вами вполне идет. И сейчас ровно эту задачу я рассказывал 2 недели назад в истории Малышева. Но, разумеется, не только ее, а во много раз больше. В общем, кому интересно, послушайте. Так вот. А теперь требуется доказать по индукции следующее неравенство. Рассказываю. База. Единица меньше, чем двойка. Согласны? Замечательно. А вот дальше индукционный переход. К левой части. Добавляется очередное слагаемое. Согласны? А правая часть не меняется. Докажите, что к левой части добавилось меньше, чем к правой. Это любовь такая. Вот это неравенство в принципе невозможно доказать методом математических. Понял? Потому что левая часть возрастает, а правая не меняется, вообще не меняется. Это принципиально важно. Метод математической индукции, он чем-то похож на пушку. То есть, как когда он стреляет, он бабах, особо думать не надо. Быстро нажал на кнопочку, все механизмы индукции сработают. Но если просто так поставить пушку, то ничего хорошего для вас не будет. Я сейчас напишу вот так. И вот это неравенство уже можно доказать по индукции. И прошу вас это сделать. Смотрите, что произошло. Я усилил неравенство. То есть на самом деле, конечно, 2 минус 1 n, конечно, меньше, чем 2. Но если смотреть на вот это, по индукции не докажешь. А если смотреть на это неравенство, очень легко это доказать. Индукция нуждается в тщательной настройке. Некоторые утверждения надо специально записать. И заметьте, иногда их надо усилить для того, чтобы вам удалось что-то доказать. То есть доказать, что меньше 2 не умеет, а доказать меньше, чем 2 минус 1 n умеет. Это просто. Доказать, что меньше, чем 2 минус 1 n, вообще-то это более сильное утверждение. И вот я его могу легко сделать в индукции. И вы сейчас, точнее, вы сейчас это сделаете. Вот. А про двойку нет, потому что утверждение не приспособлено к индукции. Работаем. Базу проверим. Она верна. Напишите. Уже будет.
ладно, я так прикрыться. Во что превращается левая часть? А правая. Ну вот это. Два минуса на первый тайм. Отлично. База, проверили. Теперь пошли делать переход. Еще не доходит. Отлично. Это совсем просто. Просто побольше. Надо посмотреть, что происходит при изменении этой единицы. Что происходит с нашим выражением при увеличении n на единицу? Насколько увеличивается вот эта часть и насколько изменяется вот эта часть? Вот здесь что происходит, когда вместо n пишешь n плюс 1? Нет, секунду, не что получается, а что, вот смотрите, здесь у нас было так, одно число уходило, два приходило. А может быть там как-то по-другому, что там происходит? Если честно, это гораздо легче. N равно единице, одно предлагаемое. N равно 2, сколько предлагаемое? 2. N равно 3. Замечательно, при переходе от N к N плюс единице, что происходит с левой частью? Добавляется одно слагаемое. Вот пишите, какое слагаемое добавляется. При переходе от n к n плюс 1, какое слагаемое добавляется в левую часть? Понятно? Было раньше n, а теперь стало n плюс 1. Хорошо, понял. Будьте добры. Написать вот это выражение не для n, а для n плюс единицы. Это сможете? Пишите. Это очень простая работа, но ее надо научиться делать самим. Пишем все. Единица, деленная на 1 в квадрате, плюс 1 на 2 в квадрате, плюс и так далее. Плюс единица делить на n в квадрате. И плюс еще одно слагаемое. Единица, деленная на n плюс 1 в квадрате. Да, отлично. Надо доказать, что это меньше или равно чего? 2 минус 1 делить на n плюс 1. Абсолютно верно. Вот так выглядит. Вы понимаете, в общем, тут меньше двух, не надо писать, да? Вот так оно выглядит. Вот для n, так выглядит для n плюс 1. Понимаете ли вы, что эта двойка какая была, такая осталась? Отлично. Понимаете ли вы, чем отличается это? Отлично, вот эти. Это не надо писать. Надо написать то, на что они отличаются. Единица, деленная. Да не надо, слова и так понятно. Левая часть увеличилась на. Да, если хотите слушать. Левая увеличилась на сколько? На единицу, деленная на n плюс 1 в квадрате. Отлично. А теперь вопрос. Насколько изменилась правая часть? Вот было столько, а стало вот столько. Это надо взять и вот из этой вычесть это. Вот так и пишите. Вот это минус 100. Пожалуйста, запишите все. Не надо думать, что она единственная, кто умеет писать формулу. Вы все должны научиться делать. Да, да. Еще раз. Да, из неправды. Неправда, неправильно читаете. Смотрите, вы должны вот из этого вычесть. У вас одна n плюс первая как была с минусом, так и останется. У вас с плюсом будет одна n. То есть двойка минус двойка даст ноль. Из этого вычитаете это. Это будет одна n минус одна n плюс первая. Вот настолько увеличивается из одной n, надо вычитать одну n плюс первую. Так, на всякий случай. Я вообще не задумался. Даже чуть попроще. Левая часть увеличилась вот настолько, правая часть увеличилась настолько. Отлично. Что вы теперь должны доказать? Вы смотрите, у вас вот это меньше вот этого, насколько увеличилось, и это насколько увеличилось. Для того, чтобы гарантировать, что по-прежнему это меньше, надо, чтобы увеличилось сильнее, чем это. Замечательно. Значит, надо, чтобы вот эта вот разная была больше этой. Вот и пишите.
Если вы это докажете, то неравенство будет доказано больше, чем 1 разделить на n плюс 1 в квадрате. Ну, вот как-то надо, да. Я советую вам просто в левой части привести больше знаменателя. Какой будет знаменатель общий в левой части? Нет, не 2. В левой части общий знаменатель. Конечно, квадрат плюс n умножить на n плюс 1. Пишите. Общий знаменатель в левой части n умножить на n плюс 1. Мне сейчас нужно от вас не общее впечатление, а чтобы вы проверили каждую форму. Никакого таланта для этого не надо. Но это не есть математика. Это есть метод математической индукции. Разумеется, его можно рассказывать там, еще десятком способов. Не обязательно про неравенство, но это в теории чисел арифметика, бывает в геометрии даже арифметика. Можно этот же метод было рассказывать на примере каких-то других задач. Это не так важно. Важно, чтобы вы поняли идею. Есть база и есть переход от числа к следующему. Но это конкретное вычисление там, каждый раз уже зависит от конкретной задачи. Так, замечательно, вы это написали правильно. Теперь умеете ли вы из n плюс 1 вычитать n? Один получится. Значит, давайте вот здесь вот пишите. Единица, деленная на n и на n плюс 1, должна быть больше, чем единица делить на n плюс 1 в квадрате. Так это или не так? Ну, давайте, на n плюс 1 умножим в обе части. Тогда что у нас будет? В левой части останется просто 1n. Пишет. На n плюс 1 умножим, да, 1n. А в правой части квадрат исчезнет, останется 1n плюс 1, правда? N плюс 1 плюс. Так, 1n и 1n плюс 1. Как? Больше, меньше? 1n больше, правильно? Спасибо большое, вы все делали. Ребята, заметьте, пожалуйста, она абсолютно четко все делала в индукции. Да, теперь вопрос. Можно было доказать то же самое неравенство не по индукции, а как-то более естественным способом. Ребята, я знаю аж целых 2 доказательства вот этого неравенства. При этом одно из них фактически такое же, как это, но звучит более понятным образом. То есть оно фактически такое же, но звучит более понятно. А другое совсем другое. Я сейчас дам, что называется, намек на эти 2 доказательства. До конца их проводить не буду, поскольку на лекции Женя оба доказательства были разобраны. Намек на первое доказательство такое. Когда у вас есть дроби 1, 1 четвертая, 1 девятая, 1 шестнадцатая, 1, какая там, 25, 36 и так далее, можно взять и написать вот так. Вместо числа 4 написать 1жды 2. Вместо числа 9 написать 2жды 3. Вместо 16 написать 3жды 4. Вместо 25 4жды 5. Вместо 36 5 плюс 6. И так далее до бесконечности. А дальше заметить, что это есть 1 минус 1 вторая. Это 1 вторая минус 1 треть. Это треть минус четверть. Это четверть минус пятая часть и так далее. Ребята, получается, что у нас уничтожаются вот эти вот штуки, и остается там только вот эта единица, она так и остается, и вот эта единица. А все остальное вот таким вот способом исчезает. Да? И так далее. Вот. Это одно доказательство. Если, глядитесь, совсем один к одному можно. Советую указать. А идея другого доказательства вот какая. Надо отдельно 1 четвертая и 1 девятая. Здесь вот дальше до 1 сорок девятой.
и сказать, что вот эта радость меньше, чем две четверти. Эта радость меньше, чем 4 шестнадцатых. Следующая будет меньше, чем 8 64-х. Следующая меньше, чем 16 256-х. И так далее, и так далее. А это, между прочим, господа, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и так далее. И сумма как раз равна. То есть в лекции Александра Михайловича Шения все это было. Кому интересно, придете, посмотрите.